быть самым известным художником в мире. Я не знаю, самый ли я известный художник в мире. Потому что многие люди, которые просят мой автограф на улице, не знают, певец я, актер кино, сумасшедший или писатель. Они не знают, кто я такой. Как вы думаете, каков ваш вклад в искусство? Искусство — это ничто. Абсолютно ничто. Потому что, как я всегда говорил, я очень плохой художник. Так как я слишком умен, чтобы быть хорошим художником. Чтобы быть хорошим художником, надо быть немного глупым. За исключением Веласкеса, который является гением. Чей талант превосходит искусство рисования. И жизнь я обязан всем, потому что в тот день, когда Дали напишет картину, такую же хорошую, как Веласкес, Вермеер или Рафаэль, или напишет музыку, подобно Моцарту, на следующей же неделе он умрет. Так что я предпочитаю рисовать плохие картины и жить дольше.